Эйва. Ловушка. Может быть, внутри что-то есть. Я посмотрю. Кто ты такой? Один из этих разбойников? Сигурд, Даг, сюда! У них были пленники. Эй, ты! Сюда! Очень отва... Клянусь. И как же... Развязать вы знаете? Да. В любом городе. И что вы скажете? Такие люди, мне кажется... Я с тобой согласен. Тебе точно виднее. Янли, вы свободны. Мы согласны. Договорились. Те, кто были чужими, остальные прибыли. Идем. Это место мне по душе. Итак, семья, друзья, это наш новый дом. Отлично. Таким длинным домом можно гордиться. Идем. Хочу показать тебе одну находку Рандви. Эйвор, Сигурд. Вот Англия. Четыре королевства. Мерсия, Восточная Англия, Нортумбрия и Уэссекс. Судя по картам, которые я здесь нашла, сыны Рагнара решили двинуться дальше в земли Мерсии, сюда. Скоро лазутчики поймут, так ли это. А где мы сейчас? Здесь, в этой безымянной рощице. Безымянный? Так не пойдет. Как мы назовем это место? Есть у меня одна мысль. Рейвенсторп. Дом клана Ворона. Неплохо. У тебя дух Скальда. Однажды это название будет знать вся Англия. Одного названия мало. Нам нужно строить город. И быстро. Верно. Стоит начать с кузницы. Ты можешь помочь Гунуру с этим? Будут нужны припасы.
Соседи поделятся ими. Даже если не захотят. Начнем набеги, едва поселившись здесь. Чтобы подчинить край себе, вежливых просьб мало. Пойду поговорю с Гуннаром. Отлично, дорогая. Что-то еще? Записки, старые письма и рисунки, послания на рунных камнях. Мне далеко не сразу удалось понять, что имелось в виду.